Всем привет, меня зовут Полюшек Алексей, и в этом видео я расскажу, как скачать программу SMR Network с своего личного кабинета. Для этого вы должны перейти на сайт компании SMR Network, профайл, зайти в личный кабинет, нажать настройки, покажу другого браузера, зашли в раздел настройки, нажимаете установщик скачать, у вас скачивается архив SMR, открываете архив, место, куда скачался архив. Открываем, нажимаем, это закрываем, smr.exe, нажимаем «Да», нажимаем «Далее», «Установить», прошел процесс установки программы, и нажимаем «Финиш». Нажимаем финиш. Здесь у нас внизу грузится программка. Нужно немножко подождать. Тут у нас внизу справа, где шкала времени, пишет, что идет обновление. Пару секунд подождем. Успешно завершена. Запускаем программу. Сейчас она запустится. И мы приступим к работе. Вот. Как мы видим, здесь ваш логин вводится, да, от странички ВКонтакте, имя и пароль, ключ активации. Нажимаем «Зарегистрироваться». Инициализация. Опять мы немножко ждем. Тем временем, да, вы можете ознакомиться на лендинг пейдж, да, сделать свой, сделать лавку знаний, открыть раздел, поизучать, да, прокачать себя. Так, так, так. Вот, программа запустилась у нас. Теперь мы вводим свой логин. Я сейчас это покажу. Кто, возможно, забыл. Так. Здесь пишем пароль. Как пользоваться программой? Прямо под этим видео будет ссылка, да, как пользоваться программой, как правильно вводить. До встречи в следующем видео. Всем пока.